Взаимосвязь, концепция и технологии. Под таким названием сегодня в Челнинском филиале университета управления ТИСБИ состоялась Всероссийская конференция. На заседание прибыли гости из разных городов республики и не только. Были приглашены педагоги из высших и среднепрофессиональных учебных заведений, также руководство торгово-промышленной палаты города и Центра занятости населения. На обсуждение вынесли аспекты экономики, права и бизнес-образования. Почему выбрали эту тему? Причина основная – это, во-первых, то, что сохранение и развитие интеллектуального ресурса в нашем городе – это одна из первейших задач высших учебных заведений и бизнес-структур. Ну а вторая причина – наш вуз ТИСБИ позиционирует себя именно как вуз в области бизнес-образования. Открыл конференцию гость из Италии. Директор департамента по развитию бизнеса крупного итальянско-российского предприятия прибыл поделиться опытом. По его мнению, Россия одна из немногих стран с экономическим ростом, а потому у молодых специалистов есть прекрасная возможность выйти на международную арену. Очень важно знать, что происходит за рубежом, за пределами Российской Федерации. Необходим опыт работы за рубежом для молодых специалистов и студентов, чтобы приносить из-за границы в свою страну что-то новое.